на итоговую программу 7-го канала другими словами. Подсели мэтры российской журналистики. Об этом прямо заявил президент Международной академии телевидения и радиовещания Анатолий Лысенко. В Москве названы лауреаты и победители первого международного журналистского конкурса. Программа «Другими словами» вызвала неподдельный интерес авторитетного жюри, которое назвало лучшими в профессии Александра Журавлева и Ольгу Цой. Вот это, может быть, мы назовем его шимпанзе,